Establishing video uplink. Storm Rise — очередная попытка перенести жанр RTS на консоли. В этот раз попытку делают известные авторы Empire Total War, Creative Assembly, и поэтому многие ждут, что получится что-то хорошее. Сразу скажем, не получилось. В принципе, результат не такой уж неожиданный, потому что Creative Assembly до этого уже работал на консолях, и у них получалось тоже очень посредственные игры. Например, Viking в прошлом году получил весьма посредственные оценки, и хотя в этот раз они занимаются знакомым жанром стратегии, это им, видимо, не помогло. Идея, в принципе, хорошая. Они решили полностью переработать управление и подстроить его под геймпад. Камера здесь максимально приближена к отрядам и, собственно, к самому бою, и игрок должен движением рукоятки переключаться с одного отряда на другой. И теоретически это хорошая идея для консольной RTS, но проблема в том, что это переключение работает просто очень плохо, потому что в иконках отрядов очень легко запутаться, и когда создается, допустим, 10 каких-то там видов бойцов, переключаться между ними на поле боя уже становится нереально. И если какие-то стоят, допустим, в начале карты, а другие в конце карты, и вы случайно одним движением рукоятки можете перепрыгнуть через всю карту и потом пытаться как-то оттуда выбраться назад на фронт. И из-за этого случаются иногда совершенно нелепые ситуации, и проиграть бой можно просто по глупости. А кроме боев здесь, собственно, ничего и нет. Строительство базы не предусмотрено, можно только захватывать на картах командные точки, в которых производятся юниты и добываются ресурсы. За эти точки раз и ведется бой, по сути дела. При этом, в отличие от сериала Total War, в Storm Rise нет никакой глобальной стратегической карты, никакой глобальной тактики. Здесь все бои проходят строго по сюжету и на маленьких картах. В результате игрок должен, по сути дела, просто водить отряд из одной точки в другую. Производить отряд, направлять его в другую точку, это уже на самом деле сделать довольно сложно, потому что управление кривое, отряды тупые. Но многого и не требует от игрока. Миссий немного, чуть больше 10. Все они связаны одним сюжетом с конкретными главными героями. Причем, хотя страны две, компания всего одна, и главный герой перескакивает между странами по ходу сюжета. Что необычно для стратегии, сюжет подается роликами на движке, которые встречаются почти после каждой миссии. Это вообще неплохая идея, на консолях смотрится очень уместно, но сделаны эти ролики очень плохо, и движок не может осилить крупный план героев. Кстати, выглядит все действие очень глупо. Да и сам сюжет, честно говоря, довольно тупой. Действие игры разворачивается в постапокалиптическом мире, где все человечество разделилось на две фракции. Часть людей мутировала и превратилась в так называемых Сай, часть не мутировала, а осталась эшелоном. И во время игры Сай дерется с эшелоном. У Сай гигантские крабы, телепаты, какие-то летающие девки. У эшелона роботы, танки и самолеты. Юнитов, в принципе, довольно много, и все они на вид отличаются друг от друга, но тактически особого здесь какого-то размаха нет. Практически все миссии проходят с одним и тем же набором юнитов, то есть убирается просто любимый какой-то герой, и на конвейере делается его 10 штук, после чего миссии легко проходятся. И все эти недочеты можно было упростить, если бы игра хотя бы хорошо выглядела. Но проблема в том, что хотя камеру закрепляют за плечами героев, двигаются эти герои очень невнятно, очень криво. Анимация у них отвратительная, смотреть за их движениями очень неприятно. Сам движок, пожалуй, неплохой, потому что он обрабатывает довольно большие карты с крупными армиями солдат, но при ближайшем рассмотрении модельки довольно убогие. Для стратегии, в принципе, неплохо, но ничего особенного здесь нет. Creative Assembly пытались создать новое слово в жанре консольных RTS, но у них ничего не вышло. Поэтому приставочники продолжают ждать вразумительной эксклюзивной стратегии, которая будет нормально приспособлена под геймпады.